15 апреля 2017 года, 22 часа 38 минут, на пульт управления диспетчера ЦУС поступило сообщение о возгорании сторожки, находящейся по адресу Тенгушский район, село Барашево. В момент пожара выехали пожарно-спасательная часть номер 24 и пожарная часть лечебно-исправительной колонии номер 3 УФСИ. В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений сторожка была полностью охвачена огнем. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины внутри сторожки. Впоследствии погибший был опознан. Данный гражданин не имел постоянного места жительства и места работы, вел аморальный образ жизни. В ходе проверки было установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Алексей Морозкин, заместитель начальника ОНД и ПР Тиняковской, Тимурской муниципальных районов.